Вас что учил Геннадий Ефимович на прошлом занятии? Что когда вам задали вопрос, прежде чем на него ответить, вам нужно вокруг него рассказать такое количество информации, а прежде чем это рассказать, поблагодарить за вопрос, который вы ждали всю свою жизнь. И вообще, заняться Инстаграмом, это была ваша давняя мечта, и вот, наконец, его создали, этот Инстаграм. Понимаете, чтобы как можно дольше отвечать на вопрос, не отвечайте сразу. Прежде на чем вопрос. Сколько подписчиков, вам нужно такую историю рассказать. Почему, Геннадий Ефимович, напомните? Чтобы стать звездой, нужно как можно...